15 ноября сего года в городе Новоаннске состоялись третьи арсеньевские чтения. Чтения подходили в самой Урюпинской епархии. Хоть название третьи арсеньевские чтения, вообще сами чтения в нашей епархии шестые. Ну, столько же, сколько и самой епархии лет. Но каждый год мы проводим в разных районах, или, скажем так, в разных благочиниях свои рождественские чтения. Чем это обусловлено? Обусловлено в первую очередь тем, чтобы как можно больше педагогов с того или иного района или того иной благочинии могли посетить эти чтения. Да не только педагоги, но и широкая общественность, родительская общественность. Третьи арсеньевские чтения получили свое название буквально 3 года назад, когда к лику святых, месточтимых святых, была причислена преподобная матушка Арсения Усть-Медведицкая. Это замечательная святая, и ее удивительное ее житие, ее жизнь, она уже описана во многих-многих книгах, и вот после причисления ее к лику святых предложение владыки назвать чтение не просто образовательными рождественскими, предрождественскими чтениями, потому что любой и прихальный этап, это есть предрождественские чтения, да, но назад именно чтениями арсеньевскими. Эти чтения по счету уже у нас третьи. Они проходят под эгидой действительно преподобной матушки Арсении. На наших баннерах всегда виднеется именно матушка Арсения со своей храмом, который она в свое время построила. Ведь человек был такой, который заботился не только о жизни своего монастыря, но и об образовании тех, кто пребывал в монастыре, и тех, кто пребывал за пределы монастыря, то есть о женском образовании. И для людей своего города, своего округа надо было очень-очень многое. Вот поэтому сами чтения и имеют вот такой статус, третьи арсеньевские чтения. Суть последних чтений связана с той темой, которую непосредственно направила в каждую епархию патриархии – молодежь, свобода и ответственность. Мы решили немножко актуализировать и более проблематизировать эти чтения и дали им немножко другое название. То есть слова остались те же самые, но есть добавочные 3 слова, которые как раз и актуализируют эту тему. «Молодежь перед вызовами современности», «Свобода и ответственность». Ведь действительно молодежь, да и мы все с вами, перед большими выборами современности, перед его глобализацией, перед его такой насыщенным действием, я сказал бы, против человека, когда человек превращает в цифру, когда человек превращает, по сути дела, в число. Вот обратите внимание, не только я там говорю про ИНН, там еще про что-либо, про свидетельство, может, это и удобные эти цифры, но нас стали вообще замещать цифрами. В школах появились электронные журналы, вроде бы удобно для родителей. Ну да, открыл электронный журнал, посмотрел, какое задание, да, но здесь нарушена иерархия отношений. Учитель уже не встречается с родителями, а все узнает через электронный дневник, электронный журнал, и нету личных отношений, а когда нету личных отношений, нету имени. А вот имя, когда теряется, может потеряться и сам человек. И, конечно, это большая беда. Если говорить о всех проблемах, точнее, о всех вызовах, их, конечно, не перечислить, их множество. Я называл бы, допустим, только лишь 5. Это выборы политического толка, да? Это выборы гламура, это выборы игровые, развлекательные, это выборы цифровые. Сейчас недавно есть такое словосочетание, какое цифровое слабоумие. Это действительно реально, когда человек посвящает себя только потреблению информации, у него, по сути дела, полностью отключается работа мышления, а значит, он в этом случае не развивается и постепенно приходит к тому, что он только потребляет информацию. И здесь я, наверное, назвал проблему или вызов религиозно-оккультный, да, то есть те секты, которые есть, они уже на базе славянских народов, да, начинают действовать. Эти все выборы бьют по человеку, бьют по молодежи, и, по сути дела, эти молодежь уничтожают. К сожалению, наша молодежь пишет свою жизнь, рисует свою жизнь безответственно. Она думает часто, что это все лишь на все черновик. Черновика нет. Мы пишем свою жизнь на чистовик.
И все кляксы, все помарки, которые мы там пишем, они отражаются на нашей душе. Душа от этих клякс, конечно же, искажается. И вот нам, педагогам, нам, священникам, нам, людям, ответственным из администрации, и нужно серьезно поработать, обсудить, посмотреть, что мы можем на своей территории сделать для того, чтобы человек вырастал человеком, чтобы жизнь его была насыщенной. Ведь жизнь есть усилие во времени, как в свое время говорил Мамардашвили. И вот как эту жизнь обогатить, как сделать так, чтобы дети почувствовали себя по-настоящему в полноте бытия и людьми счастливыми. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без искрения Бога слово Господь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейшем митрополите Германе и о Господи Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избави нас от всяких. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему любец. Рождественских, арсеньевских чтений и пахиальных чтений, которые мы с вами уже традиционно проводим в шестой раз. Рад вас всех видеть. И как по обычаю мы с вами совершаем молебное пение перед началом всякого доброго дела. Я хочу всем вам пожелать
успехов в сегодняшнем очень важном труде, для тех, для всех тружеников именно образования, а все мы к этому делу причастны, здесь находящимся, потому что священник, он тоже есть учитель, он тоже есть наставник, он прежде всего отец, и здесь все, кто вы присутствуете, все вы являетесь именно делателями этого очень нужного дела на ниве образования. Желаю вам успеха и Божьего благословения. Господь с вами. Истины и живи здесь, и ся исполняя сокровище благих, и жизни подай, и я верный, и спаси блаже души. Куликова. Здесь же присутствует профессор, заведующий кафедрой культуры, искусства и общественных дисциплин Татьяна Анатольевна Затямина, профессор, доктор педагогических наук. Здесь присутствуют сотрудники кафедры. Досточтимый владыка Михаил, ваше высокопреподобие, преподобие, уважаемое научное сообщество, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ, братья-казаки, братья и сестры, приветствую вас на нашем форуме. Рад вас всех видеть на наших третьих рождественских чтениях, которые проходят в рамках 27-х международных рождественских образовательных чтений. Несмотря на то, что именно рождественские чтения у нас третьи по счету, но мы подобный форум проводим уже в шестой раз, каждый раз на разных площадках нашей епархии. Первые чтения прошли у нас в городе Урюпинске, затем в Новониколаевске, Михайловке, во Фролове, Серафимовиче. И вот в этом году мы проводим эти чтения в гостеприимном городе Новоаннинске. Хочу сразу же поблагодарить хозяев этого города за столь радушный прием и за возможность работать. Проблем, друзья, у нас немало, и работать надо будет усердно. И не только сегодня, но и последующие дни. Хочу обратить ваше внимание, что международные рождественские и образовательные чтения, которые пройдут в Москве в конце января 2019 года, имеют на этот раз особую тематику – упор сделан на молодежь. Чтение так и называется – «Молодежь, свобода и ответственность». Эта тема, как общее направление, дана каждой епархии. В период подготовки наших епархиальных чтений мы внесли некоторые коррективы в название темы. Мы не исправили, а для себя конкретизировали само название. И наши чтения, как вы видите на баннере и в своих программках, называются «Молодежь пред вызовом современности. Свобода и ответственность». Добавлю три слова. Но эти три слова – проблематизирует и актуализирует содержание наших чтений. Все мы, а уж тем более наши дети, наша молодежь, находятся перед глобальным вызовом современности. Я их перечислю. Первый. Вызовы политического толка. Это разного толка коноводы, пользуясь незрелостью молодого поколения, призывают к разным родам протестам. Второе. Вызовы гламура. То есть вызовы роскоши, глянца, блеска. Об этом кишит вся реклама. Как и на улице, так и по телевидению. А также в интернете. Третье. Вызовы развлечений. Обилие предлагаемых игр, в кое погружается человек, им же не с числа.
Четвертое. Вызовы информационные. Обилие информации, обрушивающейся на человека, не дает возможности ее обработать, но затягивает, заманивает и, соответственно, крадет время, крадет мысли. Пятое. Религиозно-суррогатные вызовы по типу соблазнов оккультизма, соблазнов неоязычества. Есть вызовы криминалитета, детская и подростковая преступность. Благо, что наша область пока не втянута в эту трагедию. Но Восток, Центр, Юг, например, Краснодар, серьезно озабочены этой проблемой. Вызовов много. Они как лавина накрывают наших детей, нашу молодежь. Они, эти вызовы, обладают огромнейшей силой и привлекательностью. Они втягивают человека и уводят его от его же подлинности. Вызовы работают тогда, когда на них есть ответ. Если бы не отвечали, то и сами вызовы перестали действовать. Вот представьте себе, в качестве аналогии есть удочка, есть червячок, как вызов. А вот рыбка, которая клюет и попадается на этот крючок. Всякая ли рыбка попадается? Нет, не всякая. А только та, которая пристрастна к червячку. К вызовам современности мы практически все с вами пристрастны. Если уже мы попадаемся, мы, взрослые люди, то тем паче легко попасться и нашим детям, нашей молодежи. Видимо, чего-то не хватает нам и нашим детям, чтобы мы неустанно свой взор обращали на того или иного червячка. Должен сказать, что мы не можем спокойно отсидеться, не можем говорить, что моя хата с краю. Так или иначе, это всех нас касается. Если мы сейчас ничего не начнем делать, об этом мы постоянно говорим уже много лет, то скоро будет поздно. Мы пройдем точку невозврата. Так чего же не хватает? Наверное, простой ответ. Мы его читаем в Евангелии. Любви. Если нет любви, то я ничто, говорит апостол Павел. Ребенок хочет быть любимым и признанным. Но как раз-таки любви, настоящей любви, нашим детям-то и не хватает. Нередко они лишены опыта нормальной семейной жизни. Ведь ребенку нужно вовлеченное эмоциональное участие взрослого, родителей в его жизни. Вот в этом-то и проявляется любовь. Нужен опыт совместных переживаний важных моментов жизни, опыт признания и опыт ограничения. Однако нередко можно наблюдать, что вроде бы в нормальной семье, в которой все ладно и хорошо, но сама семья разорвана информационно. Но каждый занимается своим делом. Отец, мама, дети пребывают в совершенно различных мирах. Но потребность любви никуда не уходит, но ее не получают чада в семье. И тогда идет поиск иного контента, чаще агрессивного и за пределами семьи. Второе, что я хотел бы, на что хотел бы обратить внимание, в принципе, оно вытекает из первого, что я сказал, это дефицит нормальной героики и нормальной мужественности. Нет образцов для подражания. Исторические образы не востребованы молодежью. Нет параллели с современным миром. Мы их не можем даже донести и нормально рассказать вот, детям, донести, что как эти образы древних героев и со всех недавних они могут сообразовываться с современным миром. Современные же образы либо мифологизированы, либо деструктивны. Популярный герой современной массовой культуры и искусства, как ни странно, это симпатичный негодяй. С одной стороны, он демонстрирует качество положительное, востребованное подростками, молодежью, качество мужественности. А с другой стороны, он наполнен моральным негативом и разложением. Так вот, если нет подлинного образца, то на смену приходят суррогатные образы типа симпатичного негодяя и образы агрессивных героев. Конечно, особое внимание востребует странички в социальных сетях. То, что порой выкладывают наши дети, уму непостижимо. Конечно, дети могут вам это и не показывать.
Но это тоже результат того, о том, что у вас нет ни эмоциональной, ни содержательной связи с ребенком. Он боится просто. Нас боится, вас боится, взрослых боится. Нынешнее поколение – это другое поколение. Поколение отличное от нас. Поколение не книжное. У них другое восприятие мира. И простые беседы, рационализированные беседы они не воспринимают. Мы хотим говорить с ним о Христе, об Евангелии, о подвигах, о героях, положительных героях, о смыслах жизни. Но они слушают. Мы часто знаем по нашим школам, воскресным, где нам приходится сталкиваться. Они слушают, но не слышат. Душевная почва так засорена, что слово не то, что слово, что Божие, а слово человеческое порой не погружается в души наших чад. И это тоже большая проблема. Еще об этом качестве современного поколения. Это поколение душевно расслабленных молодых людей. Интеллектуальной, душевной лености. Отсутствие любознательности, отсутствие желания познавать мир, отсутствие проявлять хоть какую-то энергию. Не трогайте меня, пусть весь мир подождет, да и вообще мир без меня обойдется. Вот такие мысли живут в молодых поколениях. Это страшно. Души исковерканы, души поражены. Души не спадают во тьму интеллектуальную, душевную и духовную. Я понимаю, что мне не удалось охватить большую долю всех вызовов и всех проблем. Вам предстоит их выявить, вам предстоит заострить на них внимание. Главное, нам надо понять, что речь должна идти о душах, о состоянии умов и о технологиях содержания, которые помогут выйти на уровень подлинной человечности. Просматривая программу наших чтений, я очень радовался, какие содержательные темы будут представлены в докладах на чтениях и на секциях. Здесь и музейная педагогика, как условие развития и воспитания молодежи. Здесь и разговор о гражданской идентичности в противовес соблазнам информационной цивилизации. Здесь и битва за ценности, проблема преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России, профессиональные компетенции преподавателя православной культуры. В наше обсуждение проблем входит и дополнительное образование, и в частности вопрос о том, как можно связать дополнительное образование с культурой нашего Отечества, с культурой православия и этики. Я от всей души благодарю Высокопреосвященнейшего Михаила, архиепископа Мадонского, который согласился принять участие в наших чтениях рождественских. Владыка, вы приехали практически на свою историческую родину. Ваш отец родился здесь, в станице Зотовской, был казаком станицы Зотовской, эмигрировав в Россию в страшные годы при Харите. Вы сами родились во Франции во время Второй мировой войны. Вы сформировались как личность во времена генерала Шарля де Голля. Вы сейчас живете в современной Франции. Франция, которая для нас, для многих представляется как Франция Эдит Пиаф, Мирей Матье, Шарля Азнавура. Но есть другая Франция. Франция президента Оланда, Франция журнала Шарли, тоже другая Франция. Владыка говорит, что это не Франция. Я хотел бы, чтобы вы тоже сказали несколько слов об этой проблеме, потому что мы здесь говорим об этой проблеме, обсуждаем. А вы там, на Западе, как мы часто называли его, Тритворный Запад, да? Вы живете там. И эти проблемы, они давно уже там, как вы их, может быть, прошли, и они получили некое уже другое, более развитие. Нам бы хотелось это услышать от вас. Я благодарю также ректора Волгоградской академии постдипломного образования Светлану Вячеславовну Куликову за сотрудничество, за возможность выступить на нашем форуме. Благодарю и ваших сотрудников, профессоров Затянину Татьяну Анатольевну, Полежаеву Дмитрия Владимировича. И благодарю гостя из Москвы Татьяну Львовну Шишову. Татьяна Львовна, вы проделали
огромный путь. Приехав в нашу периферийную епархию, в нашу, как говорится, глубинку российскую. Но я думаю, что ваш труд не будет напрасен для нас. И для вас, я думаю, тоже будет интересен. Очень признателен приезду и руководителю отделов образования Волгоградской епархии игумена Христофора и Калачевской епархии протоиерея Петру Симоне. И всем, всем, всем вам, дорогие, кто принимает и примет участие в наших сегодняшних чтениях. Давайте, дорогие мои друзья, потрудимся и принесем богатые плоды нашего труда во славу Божию. Учитывая все то, что я сказал сегодня. Милость Божия да пребудет с вами. Господь с вами. Спасибо. Я, конечно, очень рад быть на своей исконной родине моих предков и как заморский гость, который родился именно в другом мире, чем русский, владыка просит об этом сказать, потому что это много иллюстрирует и очень близок к этой теме. Я-то вырос в среде, можно сказать, русской. У нас была Россия за рубежом, потому что и семья, и церковь, и общество русское было организовано. За это я благодарю Бога, что у нас это было в Париже. Несмотря на то, что была немецкая оккупация, нас бомбардировали американцы и так далее, и так далее. То есть было очень, если смотреть объективно издалека, довольно все тревожно. На самом деле воспоминания остались очень радостные и как бы были охранены чем-то от всего того, что могло нас просто уничтожить. А это происходило уже в самом детстве, когда в школе, в детском саду французском, другого общества, потому что это было другое общество, в котором, в конце концов, я вошел в жизни своей профессиональной, там учился, преподавал. А как можно было русскому человеку, так как я не один, у нас, наверное, 5 миллионов было, осталось этот опыт себя окружает. Вопросы, они разные во всех странах. Но если посмотреть, когда мы говорим, что Россия, это вопрос не политический, это вопрос духовный. И тот вопрос, что мы были русские во Франции, это был вопрос не патриотический специально. Но он был по содержанию тоже. Как знак признания нашей совместной работы по духовно-нравственному воспитанию и просвещению молодежи. И тема нынешних чтений выбрана. Потому что, по большому счету, мы должны с вами будем ответить на два из вечных вопроса. Кто виноват и что делать? И, конечно, уважаемые, как раз в соработничестве поможем нашей молодежи отвечать на эти вызовы и о свободе. О том, как мы эту свободу понимаем. Если считать, но хочешь спастись, то не делай другого того, что тебе не любят, и спасешься. Это как раз и есть то понимание свободы. Это глава Юга Вьетнама. И у многих солдат, естественно, тогда возник вот этот вьетнамский синдром, так называемый. Вот, и для того, чтобы как-то снять этот барьер, придумали вот эти компьютерные игры и тренажеры. Ну, а потом это пошло в массы, пошло уже в детскую среду. И, естественно, так сказать, дальше стали происходить те события, которые мы часто видим. Вот раньше нам казалось, что только на Западе где-то могут приносить оружие и расстреливать. Массовые расстрелы в школах, там, в училищах и так далее, в колледжах устраивать. Но теперь это уже мы догнали в этом цивилизованные страны.
у нас тоже. Процента выбора православной культуры – это страх педагога преподавать православную культуру. Потому что он не знаком, не знает, не уверен в своих собственных силах, и поэтому педагог действительно нуждается в самомотивации, или, может, мотивации. Вот, я вас поздравляю с этим. Ну, я думаю, было интересно. Интересно было? Я думаю, все согласны, что было очень интересно и полезно. Благодарю всех за участие в этом форуме, который у нас проходит уже ежегодно. Правда, покажу разные подарки. Она необходима. Я в некотором восторге того, что я вижу, что тут такой подъем и совершенно эти подход к существенным, воспитательным, нравственным вопросам, но они совершенно по-другому за границей представляются, потому что школа, она не русская, школа, она швейцарская или немецкая или французская, поэтому там по-другому, там есть воскресная школа и четверговая школа, то есть бывшие четверговые школы, так что там другая задача. В форме та же самая задача по существу. Она решается по-другому, но здесь я в восторге, как это в государственном плане решается. Вот это очень, то есть, приветствую, конечно, и конечно, поражает о том, что большое участие, надо говорить, недостаточно, потому что мы были бы все. Конечно, это замечательное такое явление, что и организованное уже шестой раз, то есть это действительно то, что будет двигать всю Россию, я думаю, такое дело обязательно. Эти чтения мы проводим уже в шестой раз, наши региональные образовательные чтения. И о важности, я думаю, говорить много не надо. Но это некая очевидность, потому что мы слышали из докладов, ну, например, игумена Христофора о том, как уже он работает с педагогами, которые приезжают им на, как говорится, из районов, они с ними разговаривают, он видит, что люди потихонечку меняются. Постепенно меняется. Конечно, не в том, как говорится, не так быстро, как бы нам это хотелось, да? Вот. Не так быстро все это происходит, потому что все-таки за многими словами нужны дела еще. А это очень трудно осуществлять, мы понимаем еще косность и объективная, косность и субъективная, да, где-то есть и объективный момент, когда очень трудно педагогам вести такие предметы, когда они сами порой не знакомы, да, с этим предметом. Вот. И где-то собственная такая косность, ну, некая даже, можно сказать, и неприятие. Порой даже, ну, назначают педагогов, которые совершенно в этом ничего совершенно не знают и не понимают. Вот в этом, конечно, важность именно наших образовательных чтений. Конечно, важно, что здесь еще мы и собираемся вместе, видимся, подводим некий итог за этот год, который прошел. Как я уже сказал, что назрела такая, можно сказать, пора, что время уже пришло к тому, чтобы как бы расширять круг, именно педагогический круг участников. Но для этого недостаточно, конечно, нашего такого вот одного какого-то регионального именно собрания, такого, как, которое у нас проходили 6 лет. Поэтому мы пришли к выводу, что все-таки следует нам разделить
наши рождественские чтения по районам и по благочиниям. Цель такая, чтобы как можно больше именно педагогов, и которые близки к этому делу образования, да, также священнослужителей, педагогов, как и общеобразовательных, так и воскресных школ, именно включить в эту очень важную работу. Конечно, я думаю, что здесь уже волей-неволей надо будет принимать участие и руководителям городских и районных образований. Это очень важно, потому что от них очень много тоже зависит. Вот. Директоров школ, от которых тоже именно строится внутренняя политика, благоприятная или не очень благоприятная. И поэтому такое как бы близкое такое общение, понимание, что друг другу бояться нам не надо. Да? Мы все-таки не какие-то противники друг друга, а мы, как сказано было сегодня, соработники. Поэтому самое главное именно этого форума и понимание всеми, что мы находимся в таком очень важном соработничестве. Вот. И должны быть очень друг другу близки. Вот в этом, я думаю, самая именно важность наших образовательных чтений. Я хотел бы пожелать, чтобы те, которые перспективы, которые мы наметили, они у нас осуществились и принесли бы вот по-настоящему ну, очень много доброго плода. Главное, спасибо. В том числе влияет на здоровье. Вот. Поэтому если только считать, что подросток вот определился. Кроме того, этот возраст опасен. Такой кризис в жизни ребенка происходит в 3-4 года, ну, так называемый кризис упрямства. Что он главный, что он там все сам и так далее, он прекрасно понимает, что он... Традиция, вообще-то, в переводе на русский язык это слово обозначает предание. Одно без другого жить не можем. Протестанты ушли в Писание, социальная роль и к религии это имеет самое малое отношение. Дальше он говорит о том, что фактически... Далее. А бензин? Что машина поехала? Или электричество? Действие семьи, школы. Церковь не может требовать, там произвели религиозные действия, чтобы они все были духовными. У школы другие задачи. Школа не может от церкви требовать, чтобы церковь научила считать нас вашим. Полос Христос. Значит, в семье, если она верующая, полос Христос.